Всем привет! Готовим всеми любимый винегрет. Самый легкий и полезный салат. Каждый ее готовит по-своему. Я сейчас поделюсь своим рецептом. Итак, поехали! Квашеная капуста, маринованный огурец, свекла вареная, картофель вареный, морковь вареная, лук репчатый, фасоль вареная, лук зеленый, укроп, петрушка, соль по вкусу. Нарезаем все овощи мелкими кубиками. Добавляем соль по вкусу и хорошо перемешаем. Как говорится в одной песне, все перемешалось. Теперь заправляем подсолнечным маслом и лимонным соком. Все перемешалось, как краски в идее. Опять перемешаем. Друзья, мой вкуснейший, витаминный салат-винегрет готов. Приятного аппетита!